Вот и все, изготовлены, как обещал. Вчера обещал, сегодня уже бритву собрал, заточил. И, видимо, сегодня же вывешу их на сайт, они будут доступны для заказа. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такие вот ручки из пластика, как я вчера показывал. Все заточено, хорошо бреет. А да, вчера я забыл сказать, что данное лезвие я шлифовал не на станке, который вот с двумя кругами вот так вот шарахается и с водой. Вот, это я называю мокрой шлифовкой. Это все сделано вот руками на таком вот миниатюрном круге. Это была моя попытка попробовать, получится, не получится. То есть не получилось бы, выкинул, я уже был готов к этому. А, в общем, получилось. Я до последнего, конечно, переживал, что не выйдет. Думаю, вчера наобещал, мол, туда-сюда соберу, а сегодня усомнился, как бы. А, почему я сомневался? Потому что я думал, вот именно на заточке они себя покажут как-нибудь неправильно, то есть геометрия где-то гульнет куда не надо, и в итоге я их выброшу. Но нет, на мое же даже удивление, да, конечно, на станке пускай затратнее, но проще это все делать и быстрее, не напрягаюсь там, как вывести вот там кромку в идеал, чтобы там вот она идеально ровно шла по всей длине, чтобы никуда ничего не гульнуло, там с этим проще. Но вот просто я теперь знаю, что вручную тоже возможно. Более, как говорится, тернистым путем, более сложным, но возможно. Вот, как я и говорил, это бюджетный вариант у меня получился. Ну, не особо, чтобы уж и бюджетный, но все же дешевле, чем, допустим, вот делать на том же станке с двумя кругами, который у меня только одного электричества потребляет столько, что можно целый день отапливать какой-то офис. Только в одному электричеству, не считая расходников и прочего-прочего. Поэтому вот руками я сделал, у меня немного подешевле вышло, пускай сложнее, пускай дольше, у меня было на это время. Но важно то, что это получилось. Это самое важное. Да, и что по дальнейшим движениям. То есть, как я и обещал, будут еще ШХ-15 бритвы. Я их, как вчера я вам сказал, отдавал человеку вырезать. Он мне уже отзвонился, вырезал. Все, говорит, готово, все хорошо, говорит, получилось. Вот, заберу, проверю, если что не так, подровняю. И потихоньку начну уже заново, с нуля, опять. Уже бритвы будут из ШХ-15 изготавливаться. Все, пожалуй, на этом новости все. Это видео, скорее всего, я вывешу каждой бритве как обзор видео. Что можно было еще посмотреть, это, как это все это выглядит. Все, пожалуй, все на этом.